Was für ein dummes Arschloch. Ich kann auch überhaupt nicht fahren. Приехали. И все решили приехать. Хорошая погода, Пасха. Баранчиком. Амели, это я тебе баран. Ой, они сейчас у тебя съедят, Амели. Атаковали. Кролики. Кролики. Подошла, как близко. Ами, покорми, она мордочку дает. Ой, класс. Не бойся. О, Марк уже ушел. Ой, Бозик, классно. Эй, круто. Амели пошла на эту горку, а Марк, естественно, вот тут такой есть аттракцион, кран. Это вот вообще прикольненько. Да. Мне кажется, у него силы нет самому. Да, давайте, мамочка. Тут еще и гуси. Привет. Вообще. Да, папа уже сделал. Папа хочет. Прикольно, просто ходят тут. Ну пошли дальше. Я хочу ламу кормить. А, лама еще должна. Шли мы по лесу, и тут вот площадка. Офигенная такая, посреди леса. Очень все круто придумано, все продумано. Лес и
площадка посередине. Еще один посреди леса. Домик в лесу. Вот это домик в лесу. Классно. Вот мы вышли из леса и снова оказываемся здесь. Баранчики, корова. Корова впереди. О, вау! Смотри, какие свиньи! Ты на них видела? Ах, это свиньи, Амели! Вау! Толстые какие! Нифига себе! Ага! Боже, какие красивые! И ослики! Мама, а я же хотела... Ослики, да посмотри! Лошади, написано, могут укусить. Поэтому ламы. Ой, Марк уже устал. Ламы. Или альпаки, как они называются. Класс, Амели, она тебе прям в лицо лезет. О, класс. Лама. Все, мам. Все? Все для ламы было. Покормили, да? Цены. Можно тут присесть. Так, перекусили. Тут, кстати, еще когда наверх поднимаешься, такая площадка, и там игровая комната еще внутри.